Здравствуйте, меня зовут Азиза Мерьем. Я живу в Стамбуле, мне 6 лет. Я вам прочитаю стихотворение «Оборного мишку утешала» Лора Тасси. Чудовищным огнем и смерть как слетала злой птицей. Бедой нежданно приходила в дом. Ты слышишь, Миш, я сильная, не плачу. И мне дадут на фронте автомат. Я отомщу за то, что слезы прячу, за то, что наши сосенки горят. Но в тишине свистели пули звонко. Зловещий отблеск полыхнул во сне. Не выбежала из дому девчонка. Ой, Мишка, Мишка, как же страшно мне. Молчание, ни голоса не слышно. Победу ничем праздная страна. А сколько их, девчонок и мальчишек, осиротело. Отблеск.